Характер, который ты создаешь, да, немножко был бы ясный. Потому что для меня, вот я, для Брюсин, я мог бы абсолютно другое что-то представить. Да, это я могу тоже так представить абсолютно другой какой-то имидж. И никто может сказать, что это правильно, или это неправильно, или это правильно. Да? У тебя свое представление, свое. Но что ты не представляешь, я хочу, чтобы это было абсолютно ясно для тебя, во-первых. И потом, чтобы нам это передалось как месседж, да, чтобы я понимал, ага, вот девочка, у нее есть характер, у нее есть какой-то образ. И это образ очень важный. О пианистическом черте, если мы будем говорить сейчас, вот начиная отсюда, с начала, да, все ровненько хочется. Знаете, у тебя эти тревоги, это хорошо, но они не совсем ровно звучат. Вот ты можешь немножко ровнее сыграть, вот та-ра-та-та-ра-та-та-та. Попробуем только вот это четыре такта здесь, чтобы ты абсолютно ровно сыграла все эти три оки. Та-ра-т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 а. И потом та-ра-та-та-та-та-та, та-ра-та-та, па-па-па. Да, четыре и три. Разные группы. Все три оки очень ровненько и четко. Ну-ка. Еще четко хочется. И эти акценты, да, они могли бы еще немножко больше, кстати. Потому что они выделяются. Они должны выделяться. Акценты шум оставят, потому что именно он хочет именно этим подчеркивать что-то, да? Ну давай подчеркнее. Вот первый палец, да? Всегда первый палец. Твой первый палец всегда вообще. Освободи свою руку. Ну-ка, освободи. Ты освобождена? Да. Точно? Точно. Почему не падает тогда? Ну-ка. Вот так, да? Чтобы вес чувствовал, когда ты играешь, да? Это важно очень. Ну-ка еще раз. Окей, хорошо. Вот эти стаккато тоже немножко больше хочется конючить, да? И все приходит здесь, да? Вот я, вот эти стаккато, которые он пишет, да, они между портаменто и стаккато. Между портаменто, вот это, вот эти три аккорда, вот можете только вот это так сыграть. Больше колючее можно сыграть? Остро. Без педали. Еще острее. Я покажу тебе. Вот смотри, вот эти. Бомбастической, но и... Да, вот, си, ре, ми, это все-таки
все-таки мелодия, да, чтобы это больше слез слышно было. На последний ты садишься, а я не хочу, чтобы ты садился. Садился. Вот лучше, еще раз. Не отдавай, не отдавай, это до последнего на форте. Еще раз. Окей, прекрасно, сейчас иди обратно, отсюда начни до этого сыграть. Целые эти четыре такта. Это же контраст какой-то сейчас он создает, и ты должна создать тоже, да? Как будто это женщина в черном и белом, да, она танцевала, сейчас другое что-то. Или входит так мужчина сейчас, и начнут вместе танцевать, да? Пока вышла женщина, танцует, как это интро, и сейчас они вместе будут танцевать, да? Но вместе начинают они пиано, да? Ну-ка, начни. Смотри, он пишет пиано, и он пишет потом маленький крещендо и диминуэнто. Ты слишком форте здесь играешь. Только форте, я бы так сказал. Вот форте вот здесь, здесь. Это мотив, который на триоле. Все, да? Оно на триоле функционирует. А все остальное, которое происходит, вот это вот. Ты играешь слишком немножко, для моего понимания, это немножко слишком грубо, если я могу это сказать. Ты немножко грубенько ты играешь. Я хочу, чтобы ты играла это немножко все элегантно. Это Шуман, романтик. Он, конечно, это характер ты создаешь, но я вижу в нотах, он немножко другой пишет, знаешь. Это создается другой характер, когда ты это сыграла бы, если сыграла бы это пиано. Ну-ка попробуй сейчас. Попытайся немножко тише. Это больше немножко тише. Должна уметь играть даже эту фразу тише, тише, окей? Контраст создается здесь, вот между этим и этим. Эта структура и эта. Потом идет обратно то, и потом опять заканчивается произведение на это. Вот контраст. В этом весь интерес. Как создавать именно данное произведение вот этот характер, понимаешь? Для меня это слишком открыто, для меня это просто форте звучит. И еще второе, правая рука, она должна быть вот... Вот кто-то написал стаккато здесь, да? Это не абсолютно стаккато, но она должна... Вот эти паузки, да, вот эти 16-е, они должны быть слышны. А у тебя немножко все немножечко замашчено, да? Паузы всегда должны быть слышны. А сыграй за меня левую руку, правую руку только. Легче можешь? Легче можешь? Еще легче можешь? Лучше? Свободно? Здесь вот кисть свободна? Кисть свободна? Точно? Окей, сейчас вместе сыграем. Вместе. Thank you.
сейчас эксперимент сделаем и закончим. Все, в принципе, ты понял, да? Ты понял, что я хочу, и не только я хочу, я хочу, чтобы ты поняла, что это очень важно, чтобы ты научилась вот это место, играть в пиано. Сейчас немножко попытаемся, немножко сдвинем темп. Можно так сыграться? Эксперимент сделаем. Если не получится, ничего. Слишком. Середину найди. Вот такой пен. Два, два, раз, два. Знаешь, правильный темп — это правильная музыка. Когда немножечко медленно и немножко быстро, все равно характер как-то рушится, да? Вот середину, золотую середину, если найдешь, то, что было бы для тебя, самый лучший темп. По характеру создавала бы то, что ты хоть тебе хочется создавать. Это было бы супер, да? Вот подумай об этих маленьких деталях, а остальное, я думаю, в принципе, ты все делаешь, да? Окей? Георгий, а вы можете сыграть этот патрульничек? Да, это патрульничек я могу сыграть. Вот я темп там такой. Не получай себе. Последние нотки я не слышу. И последний. Я не хочу форты, я хочу... И уметь, как это показать, да? Хорошо, понял, все, да? Хорошо. Следующий. Давайте.